Это сегодня механизм сцены в Русском драматическом театре «Мастеровые» работает бесперебойно. Но накануне, во время постановки спектакля «Обыкновенное чудо», конструкция вышла из строя. Неполадку пытались устранить, но не получилось. А увидит ли челнинец «Обыкновенное чудо»? Накануне в Русском драмтеатре «Мастеровые» прервали показ спектакля из-за того, что перестал работать механизм сцены. Специалисты работали всю ночь, весь день для того, чтобы устранить все неполадки. Как мы видим, сейчас уже все работает, а значит, челнинцы смогут посмотреть «Обыкновенное чудо». Если, конечно, снова не произойдет сбой механизма сцены. Этот круг не просто вращается. Конструкция рассчитана и на горизонтальное поднятие, и на спуск. А ведь Русский драмтеатр «Мастеровые» открылся лишь в сентябре. По словам директора, должно пройти достаточно времени, чтобы все механизмы устоялись и работали безупречно. Вы знаете, он работает, потом может внезапно остановиться, они разбираются. Будем надеяться, что такой вечер разберутся. Во всяком случае, мы спектакль не отменяем. В октябре 4 этих спектакля, имеется в виду, речь идет именно об «Обыкновенном чуде». В других спектаклях у нас эти механизмы не задействованы. Поэтому другие спектакли точно будут идти совершенно спокойно. Ждем «Обыкновенного чуда». Премьера намечена на 18 октября. И это будет чудо, если механизм больше не даст сбоя. Те, кто не смог посмотреть премьеру накануне, обменяли билеты на 2 ноября. В компании LTM Music, дистрибьютор звукового и светового оборудования, пока от комментариев воздержались. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ.